Добрый день, уважаемые подписчики. Помыл автомобиль, взялся мыть салон, а в салоне есть такие места на тряпочной обивке. Пятна появляются, буквально на подлокотнике пятна появились только из-за того, что после дождя забежал в машину с мокрыми руками и на сиденье, и на подлокотнике, и на карте двери сразу от дождевой воды остались пятна. Чем у Рафа салон в тряпке и неудобен, ткань не подходящая для автомобиля. Заказал у наших восточных друзей с AliExpress Торнадер такой. Товарищ у меня использовал его, сказал, шикарная штука. Ну, сам я не пользовал. Взял, хочу попробовать. И покажу вам, как он действует. Только пришел, я его распечатал, но... Пользоваться я еще им не пользовался. Вот такой вот бачок. Конус с щеткой. Ну и сама головка. На AliExpress, то есть на YouTube много посмотрел видео по его использованию, но самому не приходилось пользоваться, поэтому пробую первый раз, и заодно будет интересно посмотреть его эффективность в действии. Налью немножко химии. Автомобильная химия у меня осталась только красная. Поэтому беру просто обычный шампунь, маленько добавляю, просто не терпится попробовать. Налил воды, вот видно сколько. Все, сюда сейчас компрессор подцеплю, камеру установлю в машине и попробую. Вот тоже на спинке видно. Сейчас попробую. Ну так-то чисто. Вот они пятна, разводы. Сейчас попробую еще бы разобраться с регулировкой воды, как она там регулируется. Здесь вот это вот крутится, и как-то она дозирует воду. Воду перекрыл. Воды много, надо разобраться с регулировкой, но пятна убирает, и здорово убирает. Попробую вот это еще место.
интересная штука. Ладно, по салону пока больше не буду пробовать. Попробую под капотом, как там будет. Вот эти сверху пластмассовые детали. Мне интересно, много воды. Попробую поменьше сделать. Вроде убавил воды, все равно многовато как-то. Но в целом-то чисто, ну как крышку двигателя. В целом под капотом раз, и чистоту-то можно навести. Двигатель был пыльный. Буквально за 3 минуты немножко ему картинку нарисовал. До конца не понимаю пока, как она работает, но она работает. Попробую еще подлокотник на левой двери. Вот такой вот в пятнах, разводах. Thank you.
Пусть подсохнет немножко. Камеру пока убирать не буду. Вот постояла 15 минут. Во-первых, она сухая стала. Остается только пластик полиролем натереть, а ткань чистая. И сидушки. Вот сравните, если... Вот сидушку я не чистил водительскую. Вот пассажирская, я почистил ее. Разница. Ну вот и почистил сиденье водительское. Как вот видно, пятен не стало. Также нет пятен на подлокотнике и нет пятен на пассажирском сиденье. Вот такая вот штука. И это при том просто шампунь обычный. А если взять специальный шампунь, эффект будет гораздо лучше. Еще один помощник в хозяйстве. На этом все. Всего вам доброго.